ДФК, Волкана, Драклор, АВ-2. Так, тут очень про наркоторговцев какая-то карта. Типа, что они в Вулкане создали какую-то базу для хранения наркотиков. И также очень большая у них тут военная какая-то часть стоит. Автора Ковар. Так, сразу смотрим. Вот, видишь, это... В кратере, короче, база находится. Вся база находится внутри кратера. Тут какое-то подземелье, надо вначале быть пройти. Оно состоит, получается, первое это подземелье, второй сектор, третий сектор, четвертый сектор. Так, что надо делать, пока непонятно. Ну, побежали. Видите, там местность-то пустынная. Тигровые такие склоны. Да, тут, короче говоря, надо идти в подземелье. Идти по подземному ходу. Ух ты, сука. Так, вот. Берите его, это военный документ. Так, окей. Окей, окей, мама, мама, все окей. Так, давай продвигаем. Всем. Там вдалеке еще кто-то долбает. Ну давай. Сильно идет ливень, проливень настоящий. Проливень идет. Просто проливень. Угу. Коты такое не любят. Коты, наверное, всем в подземелье убежали. Так, так, так. Хорошо. Бочки какие-то с пивом. Так, ну-ка давай-ка сюда. Что-то тайнички. Так, нормально. Видишь, длинный ход, видишь, какой идет. А, ну понятное дело. По длинному ходу надо, видишь, в этом войти в подземелье. Еще пока не, только началом. Такс, такс. Блять. Ну, как жилая комната, давай крики для парализатора. Пошел, пошел, так. Так, так, так. Тут они жили, вот подземные казармы. Ты, блядь. Хорошо, так, но. На концу. На! Ты тут вход разветвляется. Ну давай сейчас. Надо кинуть.
пошел. Военный документ тут лежит. Так, тут, видишь, закрыта решетка, надо брать военный документ. Иначе не пройти будет дальше. Какой-то где-то. Вот зачем столько этих долбанных арсеналов, не пойму. Так, вот документ. Все, я взял. Следующая задача. Стоп, стоп, стоп. Уничтожьте все боеприпасы. Да. Так, переломаем. Наверное, не будет решетка открылась. Сейчас посмотрим. Сетка, точнее. Да-да-да. Плохо, что тут, сука, нет нигде лечилок-то, блядь. Конечно, хирурга. Неужели лечилок нигде нет? Мне долбанный арсенал, мне личинки. А, нет, все, я вылечился. Если заложат, что их не найдем. Служебный. Двигатель машины. Ты, блядь! Было парализатором. Личинку за я только потратил. Ну ладно, пошли. Нет командных точек, надо бегать будет все время. Там надо вылезти вон на базе из подземелья. Как далеко бежать. Тут вроде уже где-то рядом. О, кто-то сдох. Да и доебался. Наверное, взорвался мышь. Все, давай сюда. Видишь, казарма. Давай-ка сюда. Вальнул по бочкам. Да тут у них вон белье сушило. Рации даже какие-то. Наверное, там боеприпасы лежат. Туда идти скорее. Так, тут у них ящики, надо подрывать их. Сходим. Костер под землей. Так, тут что-то ничего не уничтожит. Так, давай осматриваем все. Так, ну-ка сюда. Много, на-на-на-на-на! Пошел.
склад бочек. Очевидно, надо все эти комнаты посетить. Блять. Раз, два, три, четыре комнаты. Тут у них ящики с боеприпасами стоят. Подрывать. Пойдем подальше. Все взлетело, нет, ничего. Даже три уцелило. Так, ну давай кидаем. Все боеприпасы уничтожены. Уничтожь радиоэлементы. Да. Так, взрыв пакет взяли. Радиоэлемент, радиоэлемент. Так, тут хода нет, надо искать. Я, видишь, заблокирован был. Это пидораска. Так. Куда, блин, сюда упорно нет. Пойти дальше. Вот радиостанция, кстати. Что делать? Обязательно надо сюда парализатор херакнуть. Пошел. Голубушка. Как долбают. Хорошо. Сейчас начинаем разбивать радиостанцию. Так, нормально. Радиоэлемент уничтожен. Уничтожьте все боеприпасы на позиции... Все формирования на позиции Дельта. Так. Надо как-то вот выбраться будет на поверхность где-то. Тут ничего нет. Там где-то должна сетка вот открыться. Где ящики я перебил. Вот где-то там. Арсеналов добудущим. Проблем особо нет. Так, а стоп, где эта сетка? Тут вроде ты был. Сюда, что ли, проход открылся? Вот, надо смотреть. Да, вроде как сюда. Вот, видите, змейки. Ага, по змейка видно. Давай туда пролезем.
Опять какая-то сторонная сетка. Нет, она исчезла. Давай парализатор. Шум машины где-то слышен. Туннель, видимо, пройден. Да, видимо, туннель уже пройден. Тут просто что... Херово. А где, слушай, тут есть? Да, хрен там, наверное. В этой комнате нету. Тебя еще могут снять там. Ловушка. Еще надо выбраться. Да. А цель-то выбраться из туннеля, получается. Подходят еще подкрепления постоянно туда. Так, нормально. Да, блядь, сейчас я помню. Ты, блядь! Ты пидорас, свалил. Не подлечился, видишь, вовремя и все. Медленно объекты как прогружаются. Все нормально. Нормально, нормально. Нормулёк. Теперь надо опять туда бежать, отыскивая проход. Подыхать-то тут крайне-крайне нежелательно, потому что нет командных точек. Долбаешься. Отыскивать дорогу. Надо до хода змейки добежать. Ну вот первое вот эти жилой комплекс, так сказать. Так. Тряпьё сушится. А, ну тут все просто, короче говоря. Тряпьё сушится тут налево. Где вот эти ящики битые, направо и все. Чтобы так-то найти дорогу тут не проблема. Все, я уже в змейку зашел. Так что проблем тут особых отыскать путь нет. Главное сейчас смотри, чтобы тебя опять не завалили. Где-то машина работает. Тут опять длинный ход. Два очень длинных хода к выходу. Будь аккуратен. Река какая-нибудь, сука, может где-то затаившись быть. Так, 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 так. Такс. Ну, блять, вон он. Пидораска. Так, ну-ка давай-ка сюда. Хорошо. Практически я все, я дошел до выхода. Все, подземелье кончилось. Но там же теперь база будет, сама-то, наркоторговцев. Каких-то три желтых квадратика отмечено. Давай вылезать. Не знаю, что это за база. Сейчас посмотрим. Да сразу метай гранату.
Все формирования уничтожены. Уничтожь технический центр. Видишь, какая вот сейчас проливной дождь толпает. Главное, чтобы ниоткуда да не выстрелили. Так, нормально. И блять! Ебучая сука. Так, нормально. Ну, блять, давай, давай, давай. Так, там никого. Надо бы где-то закрепиться, честно. Ух ты, блять! Все, пизда. Закрепился, называется. Ну чё, закрепился, открепился. Давай теперь по новой, нахрен. Видишь, вулкан, он как бы, как сказать, он неоднородный. Там могут быть разные пласты, а плюс вот эти так называемые, как они там их правильно называют, вулканические трубки, вот где раньше лава текла, они могут иногда быть чистые и на много километров под землей тянуться. На других-то планетах, вот на Луне, например, или Марсе, такое тоже может быть. Ну там же все равно, наверное, хрен ты проживешь, планета-то другая. Причем обе промороженные. То есть там собачий холод стоит, и плюс все радиоактивное. Нет воды. На Луне вообще воды нет. На Марсе, я не знаю, может и есть, но не просто все это тоже добыть, что она же радиоактивная, наверное. Так, ну-ка давай-ка сюда. Так. Вот правильно прошел с тряпьем комнату. Видишь, тряпье висит. Сейчас сворачиваем налево. В принципе, тут несложно ориентироваться, получается. Так, все, вышли. Теперь по ходу змейки надо будет быстро пробежать. Я не знаю, вертолет для чего. На нем улететь может, может быть. Может быть. Все, уже пробегаем к выходу практически. Давай закрепляемся тут аккуратно. Давай-ка через дырку их ликвидируем сейчас. И вот этого тоже. Хорошо. Все, я взял такие давно здания. Ну, блядь, отходь, отходь. Ну, сразу же двое еще стоят. Он там, слушай, чья-то харя торчит. Ну-ка, давай-ка туда. Ну, плечо торчит. Все хорошо. Первый сектор верхней базы. На поверхности, которая находится. Сейчас будем очищать. Так, ну давай-ка вначале вот здесь очистим, видишь, тут три домика, давай их перережем. И вот там, слушай, дворец. Ну, тут, короче, наверху дворец находится. С казармами охраны. Какой-то наркоторговец создал базу. Используя, видишь, старый вулкан. Можно, видишь, использовать, где вот эти вулканические трубки для создания естественных пещер. Так, три здания здесь. Там еще два здания. Ну, давай, пошли. Слушай, в каждой башенке кто-нибудь сидит. Скотина. Три дозорных пушки. Надо быть аккуратным.
Так, идем сюда. Вон Харя стоит. Радары, позиция эхо. Это как бы предмостное укрепление. Первый сектор получается. Там получается их до хера. Первый, второй, третий, четвертый. Не знаю, может даже пятый будет. Не знаю, посмотрим. Так, два ворота дают. Давай осматриваем домики вначале. Конечно, это самое логичное. Так, тут никого. Последнее вот здесь. Никого. Нормально, нормально. Ты не бей, махнутая. Так, нормально. Далековато, блин. Попробуй. Вроде все чисто. Короче говоря, надо врываться вовнутрь. Двое ворот вовнутрь ведет. Тут как бы разглядеть-то что-либо сложно, потому что... Ну, да не, вот сейчас, может, на вышку залезем, там будет получше видно. Давай, открывай аккуратно, сразу отходим. Охранников дохуя везде стоит. Давай тогда и эти ворота отпоривай. Так, хорошо. А давай тогда сюда. То есть проход пойдет направо. Блять, их там дохуя. Давай, давай. На стенах ведь стоит. У них как лабиринты. Отлично. Первый двор взят двумя дозорными вышками. Там у них патрули, видишь, мотаются. Везде сидят укрепления. Блять. У, сука, сняли! Джипы-то вот эти катались. Я их, правда, тоже ликвидировал. Еще надо опять по новой идти в подземелье. Повторение мать учения, как говорится. Надо вон комплекс бараков этих очистить. Первый это, в общем, как бы... Ну, мы назовем предмостное укрепление. Потом бараки второе. Надо, блин, далеко бежать. Так, все, добежали до коек. Подземные, как бы, казарма тут у них. Так, тут теперь столик. Блять. Неужели там кто-то бегает? Их странно. Так. Ну, тряпьё, радиостанция. Потом вот эти ящики. Два ряда. Ну и все, пошли теперь по ходу змейки. Стоп, пошли на по змейке. Да, потеряться тут не потеряешься, так в целом все нормально. Блин, далеко. Сейчас ход, длинный ход пошел на выход. Второй длинный ход. Змейка-то она короткий ход. А длинные ходы очень долгие. Так, все, сейчас будем вылезать.
полезли. Сочинять я стихи отнюдь не хочу. Мою газ, не писая плечи. Да. Давай осматриваться. Где-то краханули. Так, вон. Блять, пулеметы где-то херачат. Давай аккуратненько. Может, показалось. Там надо повнимательней быть. Их там дохуя. Так, давай-ка. А это вертолет, она вертолет. Фермеры долбаные. Слушай, с гранатометом. Козёл стоит. Да, точно, где-то пулемет есть. Точно нет. Просто дофига автомат. Нет, вон я пулемет. Два пулемета, два джипа. Да, круто. Да все, я их ликвидировал, короче. Ну что, лезем. Будем рисковать. Залезем на дозорную вышку, сейчас позырим сверху. Да блять, сука, такую я их. Блять, вот что сделал? Правда, тут аптека есть. Нет, все нормально. Вначале надо прочистить. Расстреляют. Патрули шатаются. Предмостное укрепление полностью взято. Теперь надо бы на... бараки чистить. Да, вот это центр связи там, похоже. Слушай, там еще джип. Армаз. Не включит он автомат. Танк, надеюсь, не рабочий. Окей, окей. Натаются, видишь, патрули, смотри, тут кто-то. Да, два джипа тут, еще там был джип. Ну, нормально. Давай сюда. Чистим барак. Поближе, поближе. Подальше, подальше, вернее. Нормально, нормально. Хорошо. Ты козел, мужик. Вот, учи тогда так. Хорошо. Оп. А джип-то еще один был. Да, блять, неужели ты не мог его так-то расстрелять? Теперь зазря. Бежать надо. Первый длинный ход пошел. Ну, чистка бараков идет. Второй сектор на поверхности. Подземелье полностью обычно. Так. Подземная казарма. Первая. Сейчас будет комната со столиком. Очень далеко до нее бежать. Блин, как далеко? Вот комната со столиком. Да-да-да.
Сейчас будет трепьем. Вот до тряпки. Кострище, тряпки. Так. Ящики. Поворачиваем налево. Главное помнить, что у ящиков надо налево. А пошли теперь по ходу змейки. Змейка идет. А тут направо. И пошли по длинному ходу. После окончания хода змейки направо надо повернуть. Ну все, пошли. Сейчас уже конец, недалеко совсем. Сейчас. В принципе, для команды это вообще очень простая карта. Вот в одиночку, конечно, не просто. Нет командных точек никаких. Так, все, давай заходим. Пыл мой угас, пыл мой угас. В небеса я полечу. Сочинять я стихи отнюдь не хочу. Пыл мой угас. В небеса я полечу. Скотина. Так, кстати, это жуку-то тоже доступно стали. Особо так где тут на них ездить? Наверное, завалят сразу. Ну давай, короче, зачищаем бараки. Так, бараки. Ну все, да. Давай, сейчас тут еще проверяй. Постарайся. Так, сектор с бараками, наверное, чист. Отличненько, отличненько. Сочинять я стихи, а тянуть не хочу. Мой угас. Вся я плечи. Да. Бега зарубим. Руфанем сейчас эту штуку. Позырим там, что творится. Наверное, надеюсь, не грохнет. Блять, обстреливают ведь где-то. Пидораска. Ой. Огромный десантный вертолет, ну-ка давай-ка. Там хрен какой-то выбежал. Хорошо. Продолжаем осматривать. Там вторые бараки у вертолета находятся, видишь? Тут 6 бараков и у вертолета второй сектор с бараками. А где подземелье? Черт его знает, что там находится. Еще дворец.
Так, так, так. Вроде как больше ничего там интересного нет. Слушай, там козел бегает. Ну, блин, поймаешь, ну-ка давай-ка. В бараке кто-то стоит. Так, ну нормально, да? Пыл мой угас, в небеса я полечу. Сочинять я стихи отнюдь не хочу. Блять, вот ты зря. Пыл мой угас. Что надо делать? А технический центр, говорит. А к дворцу надо, интересно? Наверное, где дворец, там ничего интересного-то нет. Ну давай откроем, проверим. Сочинять я стихи от них не хочу. Там же ловушка, видишь, была. Надо поаккуратней. Блять, там вот стоит козел сразу. Еще один джип был. Эта карта в первый раз играется. Да блять, ну что делать? Сейчас надо его убить. Ходит по стенам, так нормально. Ты, блять, где ты? Ну-ка, ну-ка. В скроне, видишь, лежал. Хорошо. Мы тут подземелье под дворцом находимся. Ну, ты прямо внутри кратера и находишься. Так, пристрелили на вышке чувака. Ух ты, блядь. Да блять ты пизда, вот сука. Палил называется. Огнеметом. Огнеметычем. Блин, опять по новой бежать. Че-то там. Надо было лучше из автомата. Автомат безопаснее в ближнем бою. Более, видишь, нет командных точек, вот это полный пиздец. Сука, блять, если бы были командные точки, это было бы нормально. Так, подземная казарма. Очень далеко бежать до столика. Вот столик показался. Теперь сейчас трепью и кострищу идем. Да. Ну вот, трепье, кострищ. Так, сейчас наповачим налево ящики. И походу змейки. Так, тут арсеналы лежат направо. Все, пошли по второму длинному ходу. Вулкан наркоторговцев, наверное, типа можно перейти. Так, ворота настежь.
Давай сейчас с дворцом покончим. Тут, наверное, у дворца ничего нет. Получается уже третий сектор. А там еще будет с вертолета и казарма. Вторые казармы и вертолета. Еще вот где какие-то ящики сложены. Сейчас вот туда пойдем посмотреть. Все, сектор чист. Смотрим. Все, сектор у дворца чист полностью. Дворцом закончено дело. Теперь к вертолету сейчас открываем. Блин. В схроночку уходит. Так, нормально. Что он стоит в башне еще кто-то. Обязательно надо снять. Так, хорошо. Блять, пулемет где-то. Так, все, к казармам я прорвался. Леди. Так, все, прорвался, да-да-да. Да блять, ты сука, ну ебаная ты в рот. Падла. Вот из-за нее опять придется бежать. Пошли. Очень долгое подземелье. Вверху-то там, в принципе, не так долго. По подземелью заебешься ходить. Там два сектора, один уже практически дозачищен. Предмостное укрепление. Предмостный сектор, первые казармы, дворец, дворцовый сектор, вторые казармы с вертолетом, вертолетные казармы, да. И последние, вот где вот там какие-то квадраты отмечены, пока я не знаю, что такое. Все, пробегаем столик. Трепье пробегаем. По змейке ходу идем. Ящики тут направо. Все нормально, теперь сейчас пошли уже к выходу. Все, дело идет к выходу. Да сука, вот видишь, из огнемета-то тоже иногда можно себя сжечь. Ну досрать, когда рядом командная точка, в принципе. Когда вот до нее хилинг за сколько бежать. Все там. Джота такого вообще нигде нету. Там единственное, так был уровень. По лесу носиться, но все равно там все это фигня. В сравнении с тем, что здесь. Там все это полный, так сказать, прикол. В сравнении с тут вообще жуть просто какая-то. Даже остров Парадайз, это не такая сложная карта. Ну давай будем заходить со стороны вертолета. Позиция. А, ну это радарный, радарная, в общем. Радарный сектор. Угу. Тот назовем радарный. Хорошо. Так и будем называть.
предмостный, барачный, дворцовый, вертолетный и радарный. Вот так грубо их назовем. Будет нормально. Так, давай дальше все осмотрим. Сейчас будет здесь. Только ты поаккуратнее. Не надо подыхать. Блять, сука, где-то втирать. Ты говно, охуело. Так нормально. Вертушку охраняют, видишь, черти. Так, все вычистил я здесь. О, на нем можно, да, взлететь. Это тяжелый вертолет. Я не знаю, как он называется, надо знать. Советский какой-то вроде бы. Может, надо посмотреть. Но такой мощный вертолет для перевозки каких-то тяжелых грузов. Танки, наверное, может возить. Топливо, наверное, дохуища пожирает вертолет. Да, сюда может, видишь, запросто танк заехать. Не говоря уж о джипах. Джипы, наверное, внутри можно увезти. Даже как дорога разлинована. Так. Так. Сейчас доделываем это дело. Так. Не знаю, вертолет для какой цели будет нужен, посмотрим. Все, в общем, короче, вертолетный сектор чист. Даже вертолет покрасит синий цвет. То есть принадлежит теперь нам. Мне, как точнее. Так, короче говоря, в радарный сектор теперь надо идти. Там тоже могут гады быть затаившиеся. Аккуратно. Так, все сделал, молодец. Сочинять я стихи отнюдь не хочу. Был мой газ, небеса я полечу. Сейчас и хоть танки не рабочие. Эти радары. Он джипов дохуища стоит. Вон эти казаки. Козел один прямо здесь стоял. Так, бочки взорвались. Ну-ка давай. Отходи, отходи. Ну, буквально одна сволочь какая-то уцелела. Ну, надо еще поглядеть, где вот она. Не вижу ее. Давай отходи. Подождать. Он, видишь, за горячими бочками был, мог тебя убить. Так, ну ладно. Сейчас еще одни дозачи. Давай, давай, за танком пришли. Танки-то не активны. Не надо подыхать. Умоляю тебя, не подыхай. На скрине это начального. Начальном вот это и было. Эта позиция. Вроде бы все вычищены. Все нормально. Всё. Танк, я не знаю, наверное, недоступен. Вот да. Вот эти три локатора надо ликвидировать. Так, получается, все и сделали. Не знаю, может там еще какие-то будут задачи, но вроде весь персонал, по крайней мере, ликвидирован. Очень радует. Так, вот да, эти три локатора. Руфить-то будем или не будем? Руфить. Ну, давай заруфим. Так, в общем-то, задача вся уже выполнена. Можно считать, ты победил. Даже не знаю, что для скрина взять.
Ну, можно вот так вот. Ну, нормально, короче. Валим он. Так, хаммеры. А эти джипы недоступны, хотя в некоторых картах они тоже доступны, видишь, без оружия. Ну давай подрываем, короче. Достаточно всего 2 заряда. Подальше только отходи. А то сейчас долбанет. Так, нормально. Все, технический центр уничтожен. Достигните финальной позиции. А финальная эта позиция, вот, надо лететь на вертушке будет. Вот такие пироги. Вертолет там понадобится. Сейчас полетим до вертолета последний. Значит. Тяжелую машину сейчас будем эту поднимать. Это не так много карт, где она присутствует. И тяжелый вертолет. А вот такая интересная есть карта в карт-мапсе, где там много баз. Там тоже можно такой захватить вертолет и летать. Особенно прикольно, когда ты там внизу едешь или бежишь. Там эти чуваки на такой тяжелой машине летят. Да, это прикольно выглядит. Еще с техникой какой-нибудь. Сейчас все полетим. Так, еще раз посмотрим, какие задачи. Ветер временами бишь сильно несет тучи, неспокойно, ливень идет. Да, 6 задач получается. Вот сама карта хорошо видна. Кратер вот этот. Ну что, надо прыгать в машину, долететь. Надеемся, она исправная. Тут вот, видишь, стульчики можно посидеть на стульчиках. Да, 4 человека. Небеса я полечу. Сейчас полетим. Заводим шарманку. Шарманочку заводим. Сейчас посмотрим, можно. Ну, уже конец. Поднимается шарманка. Видишь, какая тяжеленная. Ты, блядь, там кто-то живой где-то есть. Ну-ка давай-ка раз. Он там так нехорошо и невкусно поступает. Давай-ка его. Блин, блин. Да, блядь, их там двое. Ну, давай, отходят. Ты чего и не посадишь-то нигде? Ты сюда. Все, давай, сейчас быстренько смотаемся. Их негодяев там ликвидируем. Засада маленькая. Так, ну-ка, давай-ка. Готово. Давай опять в шарманку. А прямо по трапу давай туда. Еще хрен попадешь. Давай скорее. Мотор остынет. Так, полетели. Ну это как самолет считает. Вертолет для тяжести. Ну, жрет до херя горючего, конечно. За счет пропеллера там не очень экономично летать. Так, ну, короче, давай сюда. Вот сама база. Вот вид на эту базу.
предмостное укрепление в начале. Потом так, ну давай, можно поглядеть, осмотреть базу. В общем, предмостное укрепление, потом позиция, да, барачная позиция, дворцовая позиция, вертолетная позиция и радарная. Ну вот, предмостная — это вот так вот можно считать. Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть домов. Вот это тоже предмостная. Барачная позиция. Дворцовая позиция. Вертолетная позиция со вторыми бараками. И радарная последняя, где техника стоит. Да, ну и подземелье. Ну, короче, все, давай, валим отсюда. Залезь. Растыл мотор. Да все, лететь, короче, к точке эвакуации. Все, надо кончать с этим делом. Все, полетели к точке эвакуации. Как бы кратер каким-то закрыт площадкой. Тут и есть сам кратер. Все, летим в точку гольф эвакуации. На где-то рядом. Все, конец игры. Финальная позиция достигнута. Так что вулкан наркоторговцев, карта пройдена. Джон набирает 1025 очков, 184 фрагов. Видишь, фрагов так много. Но тоже непростая карта.